Он совсем скоро официально распахнет свои двери для горожан. В сквере имени Сергея Жилкина завершены все работы по благоустройству и озеленению. Официальное открытие через неделю, но уже сейчас в сквере гуляют тольяттинцы, много детей. Им есть где повеселиться. Работают фонтаны, есть бассейн. Открыты детские площадки с горками и лестницами. Уже обустроена пешеходная зона и освещение. Основные работы по благоустройству были закончены еще в прошлом году. Главной задачей этого года было озеленение территории. Сегодня сквер обрел свой окончательный вид. Светлое, самое главное, для детей отдыхать. Очень здоровски вообще. Приятно прям находиться и гулять с детьми. Хочется возвращаться снова и снова. Еще издалека с детьми увидели этот бассейн мега, фонтан, и просто не смогли потом мимо пройти. Вот, ребенок не удержался, сразу побежал в эти прыгающие фонтанчики. В общем, мы в восторге. Мы хоть живем за квартал отсюда, но чувствую, на эту площадку будем ходить, потому что она огромная и вода привлекательная. Напомним, проект сквера Сергея Жилкина победил в городском голосовании по благоустройству общественных территорий. Он возведен по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Этим летом здесь каждую субботу будут проводиться мероприятия по программе «Культурная среда». Официальное открытие сквера Сергея Жилкина намечено на 23 июня.